Гостей Зимнего театра встречают тыквы. Яркие плоды у входа появились не случайно. Рядом в раме поздравления с Днем города. Такие композиции к празднику появятся во многих учреждениях. Пусть не везде продемонстрируют такой богатый урожай, но обязательно украсят окна, входные группы и стены листьями платана. Вот эти платановые листья будут представлены везде, во всех витринах. Осеннее оформление должно быть главным. И хотелось бы просто подчеркнуть, что это некое состояние души, некое состояние уникальности нашей курортной среды, потому что у нас все буквально рядом, под ногами. Это прекрасная листва, это прекрасные фрукты, это прекрасные деревья, которые нас окружают. Цветовая гамма понятна. Осень – это буйство желтого, оранжевого, красного. Далее кому что фантазия подскажет. Фитнес-студии на Донской соорудили целый натюрморт. Здесь и декоративный поднос, и кувшины, и россыпь мандаринов. И даже оставленные клиентами зонты кажутся частью композиции. Мы тоже ко Дню города украсили нашу студию. Надеемся, что наши посетители это оценят, им понравится и поднимет настроение, несмотря на дожди. Руководство признается, затрат на такое украшение практически нет, а вот отдача несомненная, как минимум в виде улыбок клиентов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.